Ребят, всем привет. Хожу, собираю грибы. И самое интересное, утром вышел. В принципе, думал, что ничего и не будет. Встретил, пока шел, человека, тоже грибника. И удивительно. Судя по всему, он ходил, наверное, час. Ну, правда, по местам, где грибы как бы растут. Прошел первый. У него маленькая ведерко грибов было. Белых. В принципе, я подумал, что грибы есть, потому что если он прошел, соответственно, должны расти. Но, как оказалось, часа полтора-два ходил вообще по нулям. А после попал на интересное место. Правда, там не белые, хотя белых я тоже чуть-чуть нашел. И буквально, наверное, часа тоже за полтора набрал корзинку. Вот сейчас у меня, видите, вот ведерко. Я вот собираю здесь подберезовики, маслята, такие грибы. А внешне эта картинка выглядит примерно вот так. Вот видите, я подвесил ведро, оно у меня висит. И, в принципе, так хожу, достаточно удобно. И вот моя небольшая корзиночка, мой небольшой сегодняшний результат грибной. Вот видите, вот эту вот корзинку, в принципе, я говорю, за час, за полтора грибы уже, по сути, выбирал. То есть некоторые брал, некоторые уже проходил мимо. И что-то у меня вызывает удивление, как этот грибник набрал столько белых, потому что я шел, встретил еще двух человек. Ну так, что-то попадается, конечно. Белые даже чуть-чуть. Но не в таком объеме, чтобы прям вот только собирать одни белые. В конечном счете, из тех мест, где, в принципе, предпочитают расти белые грибы, я вышел, потому что это можно ходить до победного. Вот, кстати, видите, еще гриб растет. Пока с вами разговариваю, вот нашел. Вот видите? Вот гриб. И сейчас похожу, пособираю подберезовики и маслят. Их я тоже очень люблю. И какой-то принципиальной большой разницы я не замечаю. Там белый гриб, не белый. А вообще, мои любимые грибы – это лисички. Но в этом году, в силу разных причин, лесные сборы у меня не очень получились. Тем не менее, результат есть. Вот корзинка. Ведерко вот собираю, я думаю, еще немножко подсоберу. И настроение улучшается, ребят. И вам того желаю.